Представляем вам соперников. Синий бугло. Спортсмен, которому 19 лет. Его рост 178 сантиметров. А вес 73 килограмма. Это его дебют в профессиональных боях. Он чемпион России по ушу сандо. Серебряный призер Северокавказского федерального округа по рукопашному бою 2019 года. Победитель международного турнира по ушу сандо «Звезды ушу» из клуба «Пересвет», из Российской Федерации, из города Ростов-на-Дону, Аликаджи Салимов! И его соперник в красном углу. Ему 23 года. Его рост 174 сантиметра. А вес 73 килограмма. Его профессиональный рекорд — 2 победы и ни единого поражения. Мастер спорта международного класса по рукопашному бою. Представляет клуб «Македон» из Донецка, Донецкой Народной Республики. Вячеслав Кузнецов! Бойцы на середину. Бой ведем честно, правила не нарушаем. Честный, красивый поединок. Пожар руки. Разошлись по углам. Итак, друзья, поддержим спортсменов. Поддержим их громче. Немного выше ростом ростовчанин. И вот начался третий бой. Вот интересно понаблюдать именно за этим боем. Ведь ростовчанин — чемпион России по ушу сандо. Это восточный вид боевых единоборств. А Вячеслав Кузнецов — мастер спорта международного класса по рукопашному бою. Это будет довольно-таки интересный бой. Я даже не могу сказать, ушу сандо — это больше ударный вид спорта или нет. Как ты думаешь? Это сочетание. Официально этот вид спорта был признан в 1982 году. Китай всегда искал свой, сугубо свой вид спорта. И собственно, достаточно молодой вид спорта. Тем не менее, в 70 странах, в том числе в Китае и в России, проводятся официальные турниры, официальные соревнования государственные по этому виду спорта. В некоторых турнирах даже есть вставки ушу, не ушу сандо, а просто звучит как такой раздел, да, что ли, в кикбоксинге. Кикбоксеры поймут, о чем я говорю. Работа рук и ног дистанционная. Сейчас демонстрируют оба спортсмена. Да, идет обмен ударами, так сказать, разведка. Идет разведка по сопернику. Вот проход, попытка прохода в ноги. Вячеслав Кузнецов сзади пытается контролировать. Замкнул гард спереди и пытается, мне кажется, перейти здесь на удушающей или на болевой челюсти. Сейчас будем видеть, как развиваются события. Он больше подбивает своего оппонента и пытается кинуть, привести, так сказать, тейкдаун. Но спортсмен из Ростова более пытается контролировать ситуацию, хотя это его дебютный бой в профессиональном ММА. Ребята не торопятся, первый раунд. Можно сказать, что это своеобразная проба сил. Знакомство на октагоне. Да, как я уже повторюсь, идет разведка друг друга. Так сказать, на что способен твой оппонент. Шея. Пытается душить. Вячеслав Кузнецов. Закрыл душающий, нету обмена ударами на ближней дистанции. И вот здесь сразу нужно вставлять джеб передней рукой. Джеб передней рукой или работа ног.
целом пока мы можем наблюдать, что спортсмены стоят друг друга. Нужно отметить большую физическую форму, крепость бэк-фист. Мастера спорта. Хороший, точно был бэкфист в исполнении Вячеслава Кузнецова. Международного класса Вячеслава Кузнецова. Не торопится. Но обмен ударами идет. Лигаджин навязывает, чтобы его оппонент стоял в стойке, но Вячеслав сейчас не тратит попытки перевести все в партер. Пробив лоу-кик, сошелся близко, работает коленом. Сейчас, конечно, судьи боковые это все отмечают. Это набираемые очки Вячеславом. Алигаджи не дает себя перевести. Надо закончить первый раунд. Опять обмен ударами. Опять проба перевести. И вот уже они на канвасе. Мастерство ребят налицо. Неспешная, вдумчивая работа. Резкие взрывы там, где они необходимы, нужны. Очень хороший бой. Казалось бы, из такого близкого положения работа коленом у Алигаджи Салимова приносит очки. Показывают очень неплохой бой. Ребята. Да, правильно, Валерий, было сделано замечание. Это первое выступление в октагоне по правилам ММА у Алигаджи Салимова. Но за плечами очень большой опыт в единоборствах. Он призер всероссийского турнира. Ударами, коленями. И это концовка первого раунда. Да. Он становился вторым на полном контактном рукопашном бое. Победитель международного турнира «Звезды ушу». Чемпион России по ушу самбо. Именитый спортсмен. Гость из Ростова. Стадион РСК Олимпийский очень хорошо, точнее зрители на стадионе в РСК Олимпийском очень тепло и здорово поддерживают своих любимых бойцов, которые выступают на ринге. Значительно прибавилось в сравнении с началом, с первым боем, с первым предварительным поединком количество зрителей. А на вчерашней пресс-конференции было заявлено 25 тысяч участников. 25 тысяч зрителей. 25 тысяч зрителей, абсолютно верно. 25 тысяч людей, которые неравнодушны к единоборствам, неравнодушны к результатам и победам боксеров Донбасса. Не давайте спортсменам скучать в ринге! Ребята уже готовы начинать проводить второй раунд. Три года Вячеславу Кузнецову, 19 лет Алигаджи Салимову. И вот начался второй раунд. Опять обмен ударами. Алигаджи не дает своему оппоненту провести себя в партер. Нет, есть тейкдаун. Есть тейкдаун в исполнении Вячеслава Кузнецова. Идет серия ударов по голове соперника. Мастер спорта по рукопашному бою международного класса Вячеслав Кузнецов начал сразу правильно, выполнил установку, уверен, тренеров. И второй раунд начал с победного приема. Да, тейкдауна. Слышно, как зрители поддерживают Вячеслава. Я думаю, у Алигаджи Салимова тоже здесь очень большая поддержка. Да, эмоциональная нагрузка на гости всегда больше трепета, волнения, переживания, нежели
хозяина октагона. В данном случае хозяин Вячеслав Кузнецов. Хорошая серия с бэкфистом была сейчас ударов. Клуб «Македон» представляет Вячеслав Кузнецов. Сейчас там уже темп упал немного боя. Видно, что спортсмены немного подустали, но все равно держат силы на решающий удар. На решающий, может, даже серию ударов. Вот хороший теперь тейкдаун от Оливерджи Салимова. Он пытается в маунте быть сверху соперника, но, по-моему, Вячеслав закрыл удушающий. Нет, не совсем нет, удобная нет, позиция. Нет, не дал. Не дал Очень хорошо у Вячеслава действует связка. Лоу-кик и сокращение резкой дистанции для проведения приема. Но в этот раз немножко пошло, наверное, не совсем по намеченному плану. Сейчас здесь, мне кажется, именно этот бой мы можем наблюдать, Павел, как классическое противостояние в ММА борца и ударника. Я так вижу, у Вячеслава большие борцовской техники, а у Лига Джи ударной. Но, тем не менее, Лига Джи себя и хорошо показывает в партере. Не дает Вячеславу делать какие-то приемы. Я бы здесь, наверное, не проводил бы резко разграничение, потому что в послужном списке у Олега Джи Салимова и полный контактный рукопашный бой, где он становился серебряным призером крупного международного турнира. Надо предполагать, что и на ближней дистанции он может сказать свое слово. Сейчас была попытка Вячеслава на болевой. Более активно начал в конце второго раунда работать ростовчанин. Захват шеи. Выйдет Лига Джи или это все-таки сдача? Нет, вышел. Вышел из удушающего и продолжает работу. Теперь уже сверху оппонента. Но Вячеслав не сдается. Проводит контратакующий удар, уходит от ударов. Пытается оказаться сверху соперника. Это очень интересно. По-моему, опять попытка на болевой прием руки. Да, очень интересно. Если его сейчас реализовать, это будет досрочная победа. Если не отпустит. Нет, неудобная была позиция для проведения болевого. Зрители поддерживают своими овациями спортсменов. Серия ударов вдруг подруги. Алибаджи много сейчас пропустил от Вячеслава. Опять борьба возле сетки. И попытка удушающего. Нет. Подсказывает опять последний Вячеслав. Удар. Левый сбоку. Достиг цели. Бэкфист. Еще тейкдаун, Вячеслав уже сверху. Да, зрители, можно сказать, очень сильно, прям в экстазе поддерживали. Но Вячеслава. Будем полагать, что второй раунд за Вячеславом Кузнецовым, да. Да. Изматывающая работа для обоих спортсменов. Но мне показалось, что более тяжело вздымается грудная клетка у спортсмена из Ростова. Присутствует на стадионе, можно и нужно поддерживать прекрасных девочек, которые показывают вам, какой же раунд впереди.
Ну что ж, ребята восстановились настолько, насколько это возможно после полноконтактных двух раундов. Да, начинается третий раунд, но возможно, может быть и экстра раунд. Будем смотреть. В любом случае, это понимают также оба главных действующих лица в ринге. В октагоне, поправлюсь. Если раунд закончится по очкам, но судьи не смогут определить, кто же победил, будет добавлен экстра раунд, в котором и будет выявлен победитель. А сейчас пока идет третий. Начало третьего раунда. Вячеслав Кузнецов начал работу с джеба. И это очень правильно, грамотный подход. Если он не будет стоять на месте и реагировать на удары ростовчанина, эти удары передней рукой будут ему нести заслуженные баллы. Похоже, подскользнулась нога. По-моему, Вячеслава опять разбит нос, если я не ошибаюсь, или мне. Да, 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 это серия лоу-киков, есть проблема, да. Такого рода капиллярное кровотечение. Ничего страшного не будет. Не торопятся. Спортсмены видно, что, конечно, уже устали к третьему раунду. Спортсмены очень быстро устают. И это очень заметно. Сейчас гости из Ростова наносят лоу-кики. Для первого дебютного боя в профессиональном ММА очень хорошо держится спортсмен из Ростова. Серия ударов. Сейчас можно наблюдать он больше в третьем раунде наносит ударов. По Вячеславу. Хотя и Вячеслав тоже проводит неплохие связки по своему оппоненту. Напомним антропометрию спортсменов. Вес 70 килограмм 300 грамм. Это легкий вес участников. На 4 сантиметра выше Олегаджи Салимов. И на 4 года младше Вячеслав. Какая серия ударов на финал коленом. Пошел в портер по... и попытка теперь удушающего от Олегаджи Салимова Вячеславу Кузнецову. Держит, не отпускает. Надо подсказывать секунданты. Будет ли это сдача или Вячеслав все-таки выйдет? Нужно выйдет с этого приема удушающего. Плотно закрыл Олегаджи своего оппонента. Рефери поднимает спортсмена в стойку. Обострение борьбы. Да, безусловно. Попытка теперь удушающего от Вячеслава. Подбивает ногой своего оппонента. Нет, Олегаджи вышел. Очень сильный боец, я смотрю, из Ростова приехал к нам. Ребята Донецк. Стоят друг друга, безусловно. Очень. И, так сказать, ход боя, он переходит, если вы внимательно проанализируете, он переходит то к одному, то к другому спортсмену. Главная задача судейской бригады – учитывать и подмечать каждую мелочь. Каждый удар, каждое движение, каждое действие, которое может обессилить или забрать какую-то часть энергии у своего соперника, это, конечно же, пользует каждый из спортсменов. Обратите внимание, сейчас шею взял Вячеслав, но отпустил. Потому что неудобно, мне кажется, положение было Олегаджи для того, чтобы ему проводить удушающий прием. Серия ударов уже в маунте перешла. Хорошо сейчас сработал удар локтем Вячеслав. Сразу же на контратаке Олегаджи Салимова перекрылся. Тем самым смягчив ответный удар. Поднимает рефери спортсмена. Видно, что бойцы очень устали. 30 секунд осталось до завершения третьего и последнего раунда. Серия ударов Олегаджи Салимова идет. Вячеслав опять хочет перевести все в партер. А нет, тут уже Олегаджи оказался
концовка. 15 секунд. Сейчас это решающие 15 секунд. Как много в спорте зависит от удачи. Насколько удачлив спортсмен. Мне кажется, тут уже, мне кажется, удача здесь ни при чем. Техника или же все-таки удача тоже играет удача свою роль? Особенно, когда боксеры приблизительно равны возможности. Эта удача имеет колоссальное значение. Серия ударов от Вячеслава Лигаджиев. Переводит его на канвас. Ну, все. Завершился третий раунд. И что же скажут судьи? Да. Судейская коллегия, что же нам объявит? Это будет ли третий, четвертый, прошу прощения, экстра раунд? Решение судей. Ну а пока давайте поддержим спортсмена из города Ростов-на-Дону. И спортсмена из города Донец. Взял бойцов в ожидании судейского вердикта. Итак. Давайте поддержим. Это был действительно яркий. И в этом поединке победу единогласным решением судей со счетом видимо, какие-то технические моменты с микрофоном у анонсера. Итак, друзья, в этом поединке победу единогласным решением судей со счетом 28-29 одерживает спортсмен в красном углу Вячеслав! Поздравляем представителя клуба «Македон». Поздравляем Вячеслава. Это была непростая победа. С минимальным отрывом. В таких боях, конечно, оба спортсмена приобретают бесценный опыт. Аплодисменты, да, победителям и участникам.